Ну, в общем, я офигеваю от этой игры, да? Square Enix это сделали, да, испортили ту игру, которую когда-то ждал 10 лет, да, вот эти вот уроды, да? В последнее время ничего вообще придумать не могут, да? Только выебываются много. Вот, вот эта архитектура, смотрите, вот эти здания многоэтажные, надо на уровне перемещаться там, наверх залезаешь, и ты скрылся, типа. То есть внизу ты не можешь гулять, а ты должен по верхам лазить, по второму или третьему уровню. Тебя тогда не видит, и всем пофиг на тебя. А чуть спускаешь, тебя все видят сразу, и все, пиздец. Вот. Такая вот она, да? Вот, на загрузке это лучше видно, вот какую путаницу они сделали. Я вообще не могу понять, куда идти. Но указатель есть, я иду в том направлении, да, где, если тебе что-то найти, конкретное заведение тебе надо, ты просто не можешь туда пойти, офигеваешь, ты путаешься во всем этом. Не можешь туда как-то прийти, да, вот тебе скажут, там, хочешь стрелку купить, хромой бурик, а где это ты? Если не запомнил, вот чисто визуально, то ты ничего не сможешь сделать-то вообще, вот. Привет. Привет. Вот. Вот, попались. Вот если туда успеть добежать, я, к сожалению, не успею с одной рукой. И все, я скрылся, вот, типа, да? Все. Может повернуться вот так? Нет. Чуть-чуть додвинуться. Вот так. Хопа. Все. Я скрылся, получается. Никто меня не видит, никто ничего не может ничего сделать вообще. Супер реализм, в общем, сказочный. И тут везде кошельки раскиданы. В самых неожиданных местах. Ну, наверх они уже тут посмотреть больше не догадаются ни за что. Вот, кошельки, да? Вот все одинаково наклонировано, да, то есть текстуры наклонированы, все наклонировано везде. То есть один район не отличается от другого, одна крыша не отличается от другой. Вот, все как бы сделано вот как бы в том же самом дизайне, что и раньше было, да, третья часть, которая винрарная просто. Но она сделана была в 100 раз лучше, да. Если третью часть поиграете, поймете, что вот это вообще ничего не стоит. Вот эта помойка, она кроме графики, и то сомнительно. Она ничего нового не приносит, да, но теряется зато геймплей весь и прочее, все, что тут есть, что должно быть, да, интерес к игре, геймплей и все такое, вот. Вот, видите, вот. Гаррет живет в часовой башне, как Биг Бен, которая находится, как Биг Бен. Вот. А мы знаем, что он хранитель города, да, и, соответственно, это ничего не чушь какая-то вообще происходит в игре. То есть он может что угодно в нем делать. Он единственный, кто владеет грифами, по идее, да? Грифами, да, и все. Куршоки тут сеттинг поменяли, да? Вот, город тот же, но часовую башню он сам забыл, что похоже, что снес он ее. Да выглядела она не так, нифига. Вот, он снес часовую башню тогда. В конце третьей части, да, и она отстроилась, и в ней живет главный вор, да? Офигеть просто. Может быть такое или не может? Навряд ли, конечно, такое может быть. Башню себе не стал строить, он себе построил библиотеку хранителей, да, я не помню. Или какую-то хрень с гаргульями он построил себе, да, и... Ну что главный вор, прям, которого все ищут, живет в башне, прям на самом виду. Я это представить не могу, да? В часовой башне, да? К тому часовой башне и вся механика тут должна быть подмолотыми под этими, а тут их вообще нет. А в подземелье должны быть куршоки, но куршоков вообще нет, зато... Какие-то есть галлюцинации, да, все прочее, да. Все такое прочее, да. Есть даже зомби вроде как нет. Фиг его знает, конечно, но зомби вроде нету. Я прям не помню, есть они тут или нет, скорее нету. Вот, в общем, фиг его знает, да. В общем, игра испорчена вообще, да. Но играть можно, конечно, но она без геймплея. Это она за тебя играет, ты просто указываешь тебе, какие кнопки жать. Ты жмешь эти кнопки и типа все. И вот и все, что тебе надо делать-то. Жмешь просто эти кнопки и все. Вот, и сама играет за тебя играть, и в нее даже играть не надо. Я не знаю, может высокую сложность надо самую ставить. И тогда она тебе даст играть, да, вот по-настоящему. А пока я тут геймплей даже и не вижу, вот. Вообще никакого. Разочарование, то есть века. Больше я никакую игру ждать не буду вообще никогда. Все игры, они уже не те. Так, могу я что-нибудь сделать? Там вон факел-то. Давай. Или это фонарь?
Фонарь за это острее, ладно. В общем, фигня, да? Ну-ка. Бдыщ. Бдыщ. Вот, так даже интереснее, чем ее проходить, да, потому что сюжет не захватывает. Сюжет, я сначала думал, что такое, потом посмотрел Square Enix, да. То есть, если представлять, что ты играешь в Final Fantasy, вот, вот про вора какого-то, да. Final Fantasy про вора была такая, да, какая-то. Даже девятка, да. То нормально, в принципе. Мы играем в Final Fantasy, да, там много отношений между людьми, там. Хорошая там анимация, там лица, все такого, но как игра, где надо все красть, это никуда не годится. Поэтому можем предположить, что японцы просто не умеют воровать. Не умеют воровать и все. Вот, такое вот дело. А не умеешь воровать, не делай игру про вора. Вот, что там еще есть. Нифига, вот это, конечно, мне нравится больше всего, да. Это бесполезная какая-то хрень, да, она. Как-то она эффективно действует, вот. Прям вообще. Бдыщ, так видите, что? Во. В общем, не играйте, не мучайтесь. Я разочаровался в играх после этой игры. Я ждал 10 лет. Единственное, там, Fallout, да, всякие, любил Обливионы. А потом вот в эту поиграл и разочаровался, да? Ну, иди сюда. Там стражник идет, да? Вот он. Он мне не враг. Водочки хлебни. Водички хлебни, да. Опа. Ну, а теперь подгорел. Все, конец ему, да, идиот. Нет. Жив еще. Во. Вот теперь конец. На том конец, кстати, этому такому обзорчику, да. Вот сюда вот спрячемся и все. Вот, сидишь тут и все вот так вот, да. Как крыс в уголке. Они на уровне, они сами подняться не могут. И спуститься не могут. То есть подождал, не знаю, 3 минуты. И все, и тебя никто не ищет. Можно опять там спускаться и все. Но это всегда так было, только это явнее работало, да, и таких вот читерских мест в прошлых играх было очень мало, да. То есть ты мог убежать по улице, а сейчас ты не можешь убежать по улице, поскольку они бегают так же, как ты, если не быстрее. Да и улицы короткие, то есть тут район, он просто, не знаю, 10 метров. И один поворот, и еще 10 метров, это вся улица, то есть ее пробежать, я не знаю, 15 секунд, и они тебя отгоняют, и все. А в прошлых играх ты мог убежать и все что угодно сделать, да? И в этом-то была и цель, убежать, мог скрыться как угодно, мог спрятаться за угол, мог еще что-то, и все реально было, да, в третьей части, а тут нет. Вот, а тут хрень полнейшая, да? Ну-ка, отреагируют они, если вот они там еще не успокоились до конца, ну... Нет, они им все равно, что на крыше что-то взрывается вообще. Даже несмотря на то, что там они смотрят, да, вон там. Они еще там не успокоились до конца. Уж их атаковали, кого-то чуть не грохнули. А вот. Не играйте, это самое, да. Третья часть есть. Третья часть в 100 раз лучше. Вот. Вот, да.